Как открыть свое дело и получить от спонсоров стартовый капитал? Больше 80 участников конкурса «Инновации Innovation 2016» подали заявки и рассказали жюри о преимуществах своих стартапов. Больше всего заявок было принято по проектам в области IT-технологий, промышленности и связи. Из 80 участников строгое жюри выбрало 20 лучших стартаперов. Правда, в финале только 10 участников получат начальный капитал на развитие своего бизнеса. Бизнес этот, как отмечают эксперты, приносит стабильный доход, и можно его назвать чистым и гуманным. Рентабельность данного бизнеса 20-30%. Александр Демин вошел в двадцатку лучших конкурсантов и сегодня выносит на суд зрителей и жюри свой проект. Идея установить в черте города биотуалеты не нова. Парень пошел дальше простой задумки. Расписал бизнес-план, высчитал нужную сумму, подсчитал время окупаемости. На разработку проекта парню требуется 1 300 000 тенге. Конкурс – отличная возможность найти спонсоров. Я планирую либо найти здесь инвесторов, либо эти деньги, то есть накопить сами со своими друзьями, в центре города, эти спортивные микрорайоны, микрорайон Север, очень большой поток движений, где человеку приспичит, и ему некуда сходить. То есть, будет бегать, искать, куда сходить, а тут вот туалет, пожалуйста, за 30 тенге. Цель конкурса инноваций – помочь молодым и идейным стартаперам начать свое дело. Конкурс Innovation направлен на поддержку молодых начинающих предпринимателей, начинающих, а также действующих. Основные приоритеты даются на молодежь. Победители выберут по нескольким критериям – социальной значимости проекта, его окупаемости, уникальности и практическому применению. 10 победителей заберут призовой фонд в 2 000 000 тенге по 200 000 на каждый бизнес-проект.